Соответственно, нам нужен человек и стена. Человек у нас есть, сейчас осталось только стену достать. Так вот, даже так мы уже изначально уже наклоняем, да? Не знал. Вот типичная стена. Вот типичный человек. Угу. И нам нужно, чтобы он бился об стену, да? Потом мы сделаем так. А нет, так не получится, так он его не обходить будет, если я поставлю там сзади, типа, маршрут. Так, мы сделаем как маршрут ему как раз эту самую стену. Выдаваем сумматор, чтобы замкнуть цепь. Вот так. Идти в точку. Вот так. Я не уверен, что это сработает, но... Ну да. Но получилось, что он наркоман. Это превзошло все наши ожидания. До стены он добежать не может. Вывод, мы не можем, чтобы заставить человека биться об стену. Или можем. Сделаем ему тут коробочку, чтобы у него не было выхода, и он будет биться, пытаясь дойти к нашей точке. Он будет стоять наверху и наблюдать за этой великой картиной. Нет, не будет, будет быть внутри. Блин. Эй. Вот так, допустим. Ты ёшкин же кот. Вот он бежит в сторону группы 2. Но опять та же фигня. Стена барьер не дает ему подойти. Пилепсик, хренов, ты что с тобой сделать? О, идея. Я придумал. Что мы еще можем сделать? Мы можем заставить кучу этих потлатых говнарей напасть на Коула. То есть сколько максимум гражданских, все на Коула. Сможет ли он их одолеть, к примеру? А что мне, зачем я вообще это нужен? Мне нужно... Враждебность. Вот так. Типа митинг будет. Плевать, что все мужики. Сколько аж говнарей. Все типа максимум. Так, все понятно, они не нападают на меня, я думал, что обойдется, все-таки придется заставить их на меня напасть. У меня иначе не будет выбора. Так, мне одному кажется, что или это получается слишком скучно. Так, напасть, напасть, где напасть? Теперь... Меня камнями забьют до смерти. Брысь отсюда, эй! А если я...
На них вообще не прицеливается. Нужен неонный вихрь. Срочно. Ну да, правильно же был. Я. Да, это не угроза, в принципе. Искренне надеюсь, что они меня не убьют, потому что они все умерли. Спасибо. Вот так. Фигня. Так легче, думаю, создать новую миссию, чем их всех удалять. Что еще? Мы можем попробовать... что? Давайте попробуем... Вот, придумал. Сделаем боулинг. Пробуем сделать боулинг. Везде, а нет, нет, нет. Боулинг. У нас будут плохие ребята, типа объекты. Шар. У нас будут бортики. Нафига бортики? Пусть только вот тут вот будет. А, не, во. Сделаем тут, типа, кольцо. Кольцо. И сколько туда пройдет человеков, столько и будет, типа, у нас очков. Сделаем 10 ополченцев. Тогда создадим группы. Шар. Кегли. Я же уже настал. Так. И новая группа. Это у нас будет... например... Как бы это назвать? Допустим, будет end. Типа конец. Вот. Следующая часть.